Друзья, отрицательный опыт тоже опыт. По заявлению Microsoft, любой Bluetooth адаптер можно подключить. Собственно, и с помощью него, значит, в Windows 10, последней версии Windows 10, с помощью него можно подключить, значит, джойстик Xbox One, от Xbox One, последней версии тоже. Вот этот джойстик в самой последней версии. То есть не надо никаких адаптеров подключать, просто подсоединять вот этот вот Орика, вот он мне подключен, вот он мигает. И, соответственно, давайте сейчас покажу. Включаем джойстик, геймпад, включаем режим поиска. Значит, вот у нас настройка. Добавить устройство. Ну и давайте все устройства. Mi Band сразу же нашелся. Ну вот, собственно, Xbox Wireless. Кажется, ну все. Нажимаем далее. И сейчас подключим его. Ну видите, пожалуйста, ожидайте. Процесс сопряжения запущен. Вот он запущен. Но сразу же вас огорчу. Ничего не получится. Я уже пробовал так несколько раз. И будет сейчас облом. Но поэтому, что я хочу сказать, сейчас все будет видно. Поэтому я для чего это делаю? Что если кто-то захочет подсоединить свой геймпад к ПК и захочет купить Орику, ну, на Алиэкспресс стоит 200 рублей вот этот адаптер, то, ребят, не делайте, потому что именно лично у меня не получилось подсоединить, несмотря на то, что последние драйвера установил с официального сайта, значит, и так далее, и тому подобное. Вот видите, ответ на запрос о сопряжении не получен. Так я уже получаю такой ответ очень-очень много раз.